На входе в Одинцовский ледовый дворец гостей праздника, приуроченного ко дню Святого Валентина, встречают амурчики. Правда, вместо стрел они вооружились браслетами для каждого участника лав-катка. Что из себя представляет мероприятие? Это ежегодное бесплатное массовое катание с конкурсами, с призами, с диджеем и с веселыми ведущими. Каток этот, в принципе, ежедневный, но мы немножко переделали концепцию, пригласили артистов и сделали более, так скажем, живое мероприятие. И ребята, кто здесь присутствует, в большинстве своем это волонтеры, которые работают, помогают в округе. Праздник на льду начинается с показательных выступлений юных фигуристов. После этого торжественная часть. Вместе с организаторами, представителями волонтерского союза, общественной палаты и администрации Одинцовского округа на лед выходит семейная пара. Анна Николаевна и Павел Сергеевич уже 45 лет в браке. Он – ветеран вооруженных сил, она – ветеран труда. У них трое детей, четверо внуков и четверо правнуков. Свободное время проводят в клубе «Активное долголетие». От имени первого зампреда Мособлдумы, депутата от «Единой России» Ларисы Лазутиной, супругам вручили ценный подарок и цветы. И очень рады, что мы сегодня будем среди молодежи. Это так нас вдохновляет и заряжает их энергией. Интересно наблюдать, что молодежь у нас активная. И в долголетии много ребят, волонтеров, которые уделяют внимание нашему поколению. После этого самая интересная и долгожданная часть праздника – дискотека на льду под активную музыку и соответствующее световое оформление. В этот раз в массовом катании на коньках помимо молодежи и семей с детьми участвуют и долголеты. Организаторы подготовили для гостей различные активности и веселые конкурсы. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».